Привет! Вы на канале Принцесса Милана. И сегодня я буду распаковывать очередные посылки. Давайте начнем распаковку. Какой первый начнем? Этой или вот этой? Вот это начнем. Наклейки Минни Маус. И Том и Джерри. Знаменитые герои скоро будут у меня на ногтях. Очень прикольные тут герои. Здесь Минни Маус всякая тут красавица. И вот так девушка. Очень прикольные наклейки на ногти. Обязательно наклею. Давайте следующую посылку распаковывать. Давайте распаковываем вот эту. Вот эту. Побольше. Тут на летучая мышь попала. Ну я уже страшно, она меня сейчас может укусить. Видите, какой у меня злой вид тут. Учить можно. Так что аккуратней. Главное ее закрывать не смочь. А то она меня сейчас как-нибудь кусит. Ну, что это такое? Какая-то летучая мышь. Подругала. Это летучая мышь. У нее красный, краснейший. Глаза, она очень злая, видите, я их не закрыла, из-за этого она злая. И она из резины. Эта нитка я не пойму зачем. Я вот включаю нож, как полетает, она вот так поворачивает. И летит, 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 и вот так. Это просто игрушка резины. Вот видите, тут даже показывает, что это резинка. Очень прикольная летучая мышь. Королева летучих мышей. Ладно, шутка. Шутка, понимаете? Ну, давайте распаковывать. Они были такие дэнды. Я так иногда считаю, наверное, в другом. Летайте посылки. Но летучая мышь появилась, теперь все посылки хотят на ней лететь, кажется. Ничего нету. Интересно. Что это такое? Сейчас посмотрим. Откроем. Не розового. Черного. Мой любимый цвет. Кстати, напишите в комментариях, какие у вас любимые цвета. Мой любимый цвета. Черный, золотой. Любимое животное. Лиса, енот. Запомните это. Такой черный заяц. Сережка. Так он выглядит на ушке. Значит, можно его одеть. Везде его можно одеть. Но в школу не вздумайте. Ну, в некоторых школах, может, можно. Но в моей школе, думаю, нельзя. Особенно с крашенными волосками. Ну, подумай, что сделать. У меня тут еще есть желтенькие. Желтенький зайчик и розовый. Розовый. И каждый по одной штучке. Странно. Ну, может, у меня тут будет желтый заяц, а тут розовый. Подумайте. Хотя я розовый не люблю. Ну, короче, давайте следующую посылку. Конечно, я вот это выбираю. Ладно, все-таки закончили, скажется. Ничего там нету, понюхай. Опять Сережка. Что же у меня такое везение сегодня? Сережка. 4, 5 Сережек. Вот и 3, и эти 2. Тут я сейчас одну Сережку покажу. А то я боюсь потерять такие миленькие Сережки. Это вот такие Сережки. Вот, это здесь странные есть.
стать и женщиной. Вот так они научатся. И, в принципе, можно на всякий бал, на свадьбу одевать. Кстати, забыла предупредить. У меня скоро день рождения. Не забудьте меня поздравить. У меня день рождения 23 ноября. А сегодня 9. У меня день рождения примерно через 12 дней. Какое счастье. Давайте откроем последнюю посылку на сегодня, к сожалению. Мусор за кадром улетает почему-то, не знаю. Эх, лизай. Опять сидишь тут? Кто любит эти штуки, пишите лайки. Представьте и пишите комментарии. И с палками в школу никуда. Кто еще учительнице окно разобью? И что? И мне за поведение сделают 8 человек. Ну, бывают же такие учителя злые. Но не у меня в школе, у меня чуть-чуть подобрее. Потому что мы ничего не ломаем. Пока мы диваны не ломаем. Это вот такая палочка. Сережка. Не знаю даже, куда это одеть. Всем пока. Не забудьте, у меня скоро день рождения. Поздравьте меня в комментариях. Обязательно. Я прочитаю. Всем пока. Не забудьте.